воспоминая о вас в молитвах наших, непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви, терпения, упования на Господа нашего Иисуса Христа, пред Богом и Отцом нашим, зная избрание ваше, возлюбленное Богом братия. Вот дело веры, труд любви, терпения, упования на Господа. Вот это путь следования за Христом, братья и сестры. Знаете, и совершать этот труд нужно и необходимо. Потому что есть разные категории людей. Писание нам говорит о том, что есть мудрые во Христе. Помните? Апостол Павел говорит, вы мудрые во Христе, а мы безумны ради Христа. Есть мудрые люди, а есть безумные ради Христа. Вот, и молитвенный труд, он незаметен, может быть, и результаты не так сразу, знаете, заметны, вот этого труда, молитвенный труд. Но это основа всего. И кто-то должен его совершать, кто-то должен нести этот труд, совершать вот это дело веры и терпения, упования на Господа. Сегодня молитвенное собрание, молитвенное служение. Поэтому мы будем молиться.